Всех приветствую, мои дорогие подписчики канала, зрители, братцы, сестры, веганы, христолюбчики во Христе мои все. Я вас хочу пригласить на канале. Я, когда у меня 1000 подписчиков перешло этот рубеж, YouTube дает возможность подключить такую кнопку, как спонсорство. Там они, ну, в общем-то, там владелец канала делает все по их указке. Там надо сделать минимум 3 варианта, разные стоимости приписать. Там самое минимальное 69 рублей. Это спонсорство, это типа подписки. Ну, там типа спонсорам некие какие-то фишки дают. Ну, суть не в этом. А суть в том, что я лично это делаю опять по той простой причине, что все это может способствовать продвижению канала и видеороликов в отдельности, в частности, да. Я более подробно в ближайшее время на своем основном канале «Христолюб Веган» опубликую видео о монетизации и вот подобных вещах на YouTube. Кому интересно, следите за выпусками. Я там более подробно расскажу, почему вообще владелец канала, по сути, даже вынужден включать монетизацию на канал, как это отражается на видеороликах и так далее, либо YouTube, это, естественно, все вы прекрасно понимаете, обычная коммерческая платформа. Вот и все. Ну, а на сегодня я этот ролик записываю только потому, что это одно из условий, чтобы это спонсорство на канале появилось. Если после просмотра этого видео, я сюда скриншот приделаю, там около кнопочки «Подписаться», если вы уже подписаны, то появится кнопка «Стать спонсором» или что-то такое. И когда вы нажмете, там появится как раз вариант, какой вы выберете. Я уж не помню, как я их назвал, тоже не обращайте особо внимания. Я там набрал, как назвал их, что-то «Родной», «Дорогой», «Дорогой», по-моему, «Родной» и «Мы одно», да. Ну, естественно, там разные суммы YouTube обязывает выбрать, там 69, по-моему, рублей, что-то 299 и 600 с чем-то. Не думайте, что если вы там выбрали 69 рублей, вы мне не одно или там еще что-то. Все зависит от человека. Ну, YouTube обязывает тебя сделать какие-то там шаги. И вот такой видеоролик пригласительный, одно из условий, поэтому если вы посмотрите, еще этой кнопки не будет, значит, YouTube просто на проверке у YouTube вот это видео. И последнее условие, я должен буду в сообществе на вкладке, кто знает, где тоже можно размещать всякие фотографии, видео, размещу тоже приглашение стать спонсором. Вот. И эта кнопочка должна появиться. Ну, я кратко уже сказал, еще раз повторюсь, что все это будет полезно отражаться на продвижении канала, самих видео, всех, кто меня поддерживает, поддерживает мое служение, мой труд, несение света миру, лежащему во зле, проповеди истины, счастья, радости всем людям, тот может поучаствовать, там можно сделать подписку, по-моему, на постоянно, чтобы там есть варианты и PayPal, и русской любой карточки любого банка. Так что вот так вот. На этом все, не хочу длинный ролик сделать. На основном канале Веган Христолюб я выложу, расскажу более подробно вообще о монетизации, о вот таких видах, как спонсорство, как суперчат там есть, когда будет трансляции. Я все расскажу более подробно, может быть, кто-то просто не в курсе, что, почему и как. На этом все. Ставим лайки, становимся спонсорами. Если есть желание, поддерживайте. Ну, а так, в любом случае, все мое творчество, весь мой контент абсолютно бесплатен, доступен всем и каждому. И я делаю это, в принципе, бескорыстно, искренне, от чистого, любящего, веганского, христианского сердца. Пока-пока.